И вот снова они вернулись. На пасеку садятся, на яблоню. А это принесли оттуда, которые там садились, пчелы стряснули их. Вот так садятся. Вот стряхнули с ветки. Это они садятся так у нас в раевню. Вот принесли мы раевню с пчельника. Сделали такие сходни. И начинаем ссыпать рой. Загонять его в домик. Как каша валятся, да? Чтобы не осталась матка, раюшку вот эту мы хорошо прочищаем, чтобы нигде ничего не осталось. С одной стороны там пчелка, по-моему. Смотри. И остатки вот вываливаем. Конечно, это в шортах. Ближе подходить не буду, я тоже в шортиках. Так что, чтобы не покусали, стою как дерево. Ну все, пошли, пошли они. В домик. День посидели. Жали все пчелки домой. Доело им сидеть. Пчельники. Там холодно и темно. Завтра начнут они уже строительство своего жилища. Пощину тянуть буду. Должную рамку еще поставить. Когда засыпается через них, да. Чуть быстрее начинает работать. Да. И можно освещать все рамки. Хотя раньше мы засыпали через ветку точно так же. Ну, так-то они и быстренько заходят, да? Ну, они стараются. Быстрее, 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 говорит. Насиделись. Надо бежать в домик, заводить свою семью. Ну, минут 15 они заходят. Вот уже почти все забежали. Остальные стоят, дуют. Остались самые ленивые. Да, дуют. Снизу почти ушли. Обдувают. И потихоньку заходят. Ну, под бегонем. Подгоняй.
Завтра они облетаются, да? Да. С утра свое место узнают и будут уже лететь в этот домик. Гул стоит, да? Нижние не видят дороги, буксуют. Да ты что? Забегают. Сейчас 8:00. И вот мы в 8:00 засыпаем обычно их вечером. А сосед у нас, он может и днем засыпать. Рой вылетел, он быстренько его сразу может засыпать. Но мы почему-то придерживаемся. В вечернее время ждем. Чтобы рой зашел в вечернее время, посадить его. В уголке маленько вот остались. Сейчас уже дует. Ну вот остатки загоняем. Они сами зайдут, но мы торопимся. Торопимся на именины. Сегодня банкет. Так что, чтобы быстрее зашли, мы их уже здесь начинаем подгонять. Ну вот тряпку мы эту убрали, оставили вот такую доску сходни. И все, они забежали. Там чуть-чуть их осталось, дуют. Ну вот все, поставили прилетную доску. Чуток осталось, а так все зашли. Всем, кому понравилось наше видео, подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео с друзьями и заходите почаще в гости. Всем пока-пока!